Всем привет, с вами снова я, Пипи ТВ. И сегодня я играю в игрушку под названием Мопио. И сегодня я буду плести свой дом из, получается, золотой паутины. Это такая особенность у золотого паука. Когда ты покупаешь золотого паука за 8, по-моему, с половиной тысяч монет, я точно не помню уже, то получается... У него другой окрас у паутины. Вот видите, это обычная паутина, вот этого паука обычного серого. А у меня золотая паутина. И, собственно, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем строить свою золотую империю, так сказать. Будем строить... вот это вот будет моя коронная база, типа тут вот норка. Ну и, собственно, сбоку поюшечка, я ее тоже, наверное, забаррикадирую. И дальше мы будем строить блокпосты, типа... Такие вот, такие, как сказать, небольшие здания, а именно вот такую прямую линию из, из, получается, паутины. И, собственно, будем переграждать другим животным, которые там миллионники, пятимиллионники не могут через паутину. Будем им путь переграждать. Главное, чтоб меня сейчас этот не вытянул. Или ЧД, или КД не замочил меня, или же этот, как он называется, который возле озер обычно тоже летает, не Голд, а сранит это, которая на миллион дается. Птер, забыл, как ее называют просто. Они могут меня стыбзить и понести, собственно, в лаву до КДшечки. И тогда мне будет, собственно, ГГ. Вот, смотрите, будем строить тут себе базу, а потом, собственно, что потом? Будем просто делать линии огромные, чтобы через них не могли пройти другие животные наподобие, там, миллионников, я говорю, пяти миллионников. Ну и будем, собственно, переграждать путь. Ну и что мы еще будем делать? Просто фаниться. Может эту поилочку зафигачить себе? Да не, у меня, в принципе, уже есть та поилочка. И, собственно, вот тут джакасы бегают. Можем джакасам путь переграждать. Хотя тут джакас мой друг этот. Но, в принципе, это будет моя территория, поскольку я ее займу уже. И сейчас, собственно, мы будем, когда тут пчелки летают, мы будем с них XP-шки себе, получается, получать. Вот так вот. Ой, ё-моё, что меня подлагнуло. Меня просто не лагает, я скачал специально от Chrome, вы видите, желтенький такой снизу. Просто я боюсь, когда оно подлагивает, так оно то редко подлагивает, но я боюсь, что когда оно подлагивает, оно вылететь может. Потому что это реально стрёмно. Пилю видос, оно вылетает. Будет очень ржачно. Ну и, собственно... Ой, блин, только сказал про этих птеров тупых. И вот прилетел один чел. Хотя этот мирный, вроде бы, я его видел вчера на носороге. Но мало ли, что у него на уме. Да, YouTube. И шо? О! Это, короче, Дарк. Опа, можем слить этого челика. Ну, собственно... О, ло-ло-ло, его мой подписчик слил. Прикольно. Это, короче, мой подписчик. Я не знаю, почему он в ник не ввел... Мой клан, собственно, не знаю. И тут возле меня делает свою базу паучок этот обычный. Надеюсь, он не будет лезть на мою золотую паутину. Хотя, думаю, посрать, она не будет, собственно, видно сильно. И, собственно, он тоже пользуется. Пофиг, что паук обычный, он все равно может выходить по моей золотой паутине. И, собственно, пользуется моей базой. Но почему-то не помогает. Кстати, это же когда я, получается, зафигачу эту кормушку полностью паутины, это же для него плюс будет. Он может тоже отсюда пить. И его никто не будет трогать. Хотя ему надо будет путь сделать небольшой из белой паутины, чтобы его точно никто, кроме ЧД и КД, не тронул. А, у нас тут только ЧД, получается. Потому что топ-2, я его видел, вы видели его тоже. Топ-2 золотым этим Дино. И получается, собственно... Топ-1 в ЧД видели только что. Значит, КД нет. Это еще пока что нет. То мало ли, он... Я только, ну, можно сказать, час, минут 40 назад видел его, получается, уже 5-миллионником. Этим ленд-монстром, получается. Как меня бесят ленд-монстры. Почему их так пофиксили, что они могут лазить по деревьям и жрать? Например, я Бигфутом на дерево залез, он меня жрет. Капец, я в шоке. Понерфьте обратно этих ленд-монстров. Они сильно топовыми стали.
Правда, в них есть один минус, когда они спавнятся на вулкане одни, и у них нету тиммейтов, их может КД сожрать. Ну, собственно, и дофига плюсов. Они могут... Там норка в лаве есть. Там на этой карте Россия 2 есть заныканная в лаве норка. Это очень прикольно. Вот, смотрите, мы перегородили путь. И получается, тут уже никто не пролезет. Надо еще вот тут перегородить, вот так, перегородку сделать. Ну, кроме ЧД, конечно же. Хотя их могут сдвигать тирексы, всякие драконы, там говно всякое такое. Но если, например, они же долго сдвигают. Если, например, ЧД загнал в угол дракона и хочет его сожрать, он начинает сдвигать. И пока он сдвинет эту паутину мою, его уже сожрут. Собственно, если он не тиммейт. Я не знаю, что это такое за топ-1 у Империус. Это... У меня есть друзья, такие как, например, Печенька Уву или еще что-нибудь. Там, например, другие, Яна Уву или... Ну, короче, всякие челики с префиксом. О, не понял. А, она... Она же убирается паутина, насколько я понял, через определенное время. Я уже думал, паук как-то убрал мою паутину. Ну и, собственно, я аж подхожу к ней, вот это когда она была ленд-монстром. Думал она тим, тупо стою бигфутом возле нее, она на меня агрится начинает, я в шоке. Я думал она тим, а она, оказывается, не тим. Ну и, собственно, вот это вот... О! А почему топ-2 стал вот этот челик? Ну это, короче, охота на предов. Он писал себе другой ник, я не знаю, зачем он так сделал. Ну я тоже люблю вписывать иногда другие ники, чтоб меня не узнавали, чтоб меня не бесили иногда. А то, блин, реально, некоторые челики подходят, даже вот есть такие челики, которые не мои фанаты, они вообще меня не смотрят, им кто-то сказал просто, что я ютубер, и все. И они начинают сразу подходить, я твой фан, блин, реально. Кто смотрит это видео, пожалуйста, вписывайте в свой ник мой клан, потому что я не могу отличить которых жуликов, которые говорят, что они мои подписчики, и настоящих моих подписчиков, потому что реально. Очень надо. И давайте загородим, собственно, вот тут. Ой, ё-моё, опять подлаг. Ого, чё меня так расплющило. О, мы, получается, еще одну норку себе захватываем. А, кстати, у меня есть один вопрос. Ленд-монстры могут? По-моему, не могут. Но они, по-моему, у них есть такая способность. Они намного быстрее сдвигают паутину, чем все остальные животные. О, видите, дракон застопорился. Давайте это так заплетём. Расширим награду. Да-да, иди отсюда, да. Я, кстати, один раз пришел после обновления, как только вот эту карту поменяли на Россию 2. И вот эта вот верхняя часть, вот, где я мышкой показываю, вот эта вся верхняя часть среднего острова, ну, или гигантского острова, как я называю, средней, середины лета, короче, вот эта верхняя часть, она вся в паутине была. Ну, там в середине были такие вот промежутки, но, по крайней мере, по бокам она вся в паутине была заплетена, я в шоке был. Пауки присвоили себе половину острова, капец. Блин, если сделать сходку на пауках... О, ребята, давайте, у меня проявилась идея. Давайте, если мы под этим роликом наберем 15 лайков, то я со своими подписчиками приходить обязательно на карту России 2. Сделаю сходку на пауках, и мы заплетем половину России 2. Будет прикольно. Блин, это вот плохо, что расплетается. Паутина, ну если... О, видите, только что исчезла. Тут зараза расплетается. Надо ее заплетать каждый раз. Ну и, собственно, еще мелкие животные, они тоже, когда если вхерачиваются в мою паутину, они тоже доходом. Видите, пчелка у меня в экспириенс пошла. Собственно, я думаю, тут и хватит. Я тут заплету, чтобы какие-то мелкие не могли пройти. И все, думаю. А он тут просто в озеро заплетает. Ну и хай заплетает его. Собственно, так сделаем. Да, все, теперь никто не может пройти. И, собственно... Ну, собственно, я думаю, уже... На этом можно заканчивать, потому что у меня короткие видео, как вы знаете, пока что. Пока я не купил полную версию Бандикама. Ну, думаю, если вам... Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если он вам реально понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Набираем 15 лайков, делаю сходку с подписчиками на пауках. А с вами был PPPTV. Всем удачи, всем пока-пока!